Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул во время объезда города, что уже по одному тому, что бульвар носит имя Героя России Вячеслава Евскина, он не имеет права так выглядеть. Сомкнувшиеся кроны платанов, развалившееся плиточное покрытие тротуара между двумя социальными объектами – не лучшее украшение зеленой пешеходной зоны. Вдохнуть в него вторую жизнь взяли специалисты Зеленстроя и ООО «Ремстрой». В «Ремстрое» даже специально выделили еще одну бригаду для этих работ. Было принято решение навести в зеленом хозяйстве порядок, то есть провести обрезку платанов, разобрать и перебрать полностью тротуар, плюс сделать какую-то праздничную подсветку. Энергетики приводят в порядок электрические опоры, озеленители омолаживают кроны деревьев долгожителей. Рабочие «Ремстроя» снимают плиточное покрытие, чтобы подготовить подушку под новенький тротуар. Аллея будет по-своему уникальной. Платаны без болезней доживают до 300 лет. Правда, городская среда этот срок снижает, но зато их повышенная газо- и дымоустойчивость делает эти деревья незаменимым и, главное, нечасто встречающимся украшением парков и скверов. Ремонтники пообещали подарить вторую жизнь бульвару в течение этого месяца.